муниципального района. Речь о подаче тепла и горячей воды в 24 многоквартирных дома и 3 социальных объекта в черте поселения, подключенных к ведомственной котельной коммунального предприятия Минобороны ЦЖКУ. Долгое время управление продавало ресурсы муниципальному предприятию Загорянскому МУПу. Однако за минувший год последние накопили внушительную задолженность – около 25 миллионов. В связи с чем ЦЖКУ было вынуждено отключить тепло. Члены комиссии призвали коммунальщиков к пониманию, ведь в этой ситуации прежде всего пострадали жители. Администрация выразила крайнюю обеспокоенность ситуацией и настояла, что сейчас первоочередная задача – создать все условия для комфортного проживания граждан. Я прошу признать ситуацию чрезвычайной и принять меры прокурорского воздействия в рамках законодательства для того, чтобы обеспечить людей теплом. Нам сейчас цель запуститься, предоставить услуги и после этого начинать с вами уже гасить долги. Потому что пока высшее руководство примет решение, пока вы там доложите с правой и с левой стороны все за и против, уже будет поздно.